Как избежать ошибок со шнуровкой туфель? Шнуровка крестиком, шнуровка прямая. Шнуровка крестиком очень casual для туфель из-за своего неряшливого вида. Прямая шнуровка гораздо лучший выбор. Она выглядит опрятно и эстетично. Начнем. Для начала надо расшнуровать обувь. Затем продеть оба конца шнурка в отверстие. Выровняйте концы по длине. Если у вас четное количество отверстий, 4 пары, сделайте один конец длиннее другого. Если у вас нечетное количество отверстий, 5 пар, возьмите правый шнурок и проденьте его через правое отверстие. Затем через левое. Возьмите левый шнурок и проденьте его через левое отверстие, а затем через правое. Смените шнурок и снова проденьте через левое отверстие. Затем проденьте через правое отверстие. Смените шнурок и проденьте его через правое отверстие, затем проденьте его через левое отверстие. Заканчивайте, продев шнурок через левое отверстие, и поменяв шнурок, проденьте его через правое отверстие. В конце оба шнурка должны быть одинаковой длины. Если это не так, тогда начните заново, подогнав шнурки по длине. Классика!